10 февраля 1937 года страна встречала с ощущением праздника. Повод для всенародного праздника – столетие со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина. Еще 17 декабря 1935 года газета «Правда» написала: «В подготовке к историческому празднику советской культуры примет участие вся страна». Во временнике Пушкинской комиссии за 1937 год читаем: «Подготовка к Пушкинским дням широко развернулась в партийных и комсомольских организациях, на заводах, в колхозах, в Красной армии. Пушкинский юбилей приобрел характер всенародного праздника социалистической культуры». На могиле Пушкина в Святогорском монастыре состоялся 5000-й митинг. Выступил председатель колхоза имени Александра Сергеевича Пушкина товарищ Андреев. Он сказал: «Стихи Пушкина помогают нам жить и весело работать. И все это происходит от того, что у нас наша советская власть, что живем под руководством нашего любимого товарища Сталина». Приезжие гости, академики, писатели, представители партийных и советских организаций осмотрели музей и парк. Праздник закончился показом колхозной художественной самодеятельности. Перед гостями промчалось более 300 троек, украшенных портретами Сталина, Горького и Пушкина, с зеленью и флажками. Поэт Безыменский записал в книге для гостей: «То, что было сегодня, – грандиозный праздник советской культуры. Имя ей – ленинизм, сердце и знамя ее – Сталин».